Здравствуйте. Сегодня мы находимся на нефтяном саммите Республики Татарстан. В этом году нас посетила делегация во главе с Раисом Рустамом Нургалиевичем, сопровождающими его лицами Наиль Фатовичем и полной комиссией делегации по открытию саммита. Провели встречи с партнерами из группы компаний «Татнефть», компании «Ритек», сервисных и малых нефтяных компаний Республики Татарстан. Эта площадка объединила талантливую молодежь для решения таких бизнес-задач, бизнес-вопросов, которых выставляет группа компаний «Татнефть». И у нас есть уникальная возможность быть участником такого классного мероприятия и, конечно же, проявить свои возможности. –